это отдел сушеного мяса. Здесь очень много, большой выбор. Вот так выглядит сушеное мясо, также сушеная колбаса дальше. Вот сушеная колбаса. Специи можно здесь на втором рынке найти любые. Вот она, наша ореховая трава, знаменитая специя тмин. Вот такие источники, прям можно сделать натуральный сок и выпить. Еще вот такой вот аппарат. Мед. На втором рынке можно купить любой урбеч, на любой вкус. Из любых орехов, семян, фисташки, лен, орехи грецкие. На любой вкус. Вот в таких упаковках. Любые сухофрукты можно купить. Особенно, вы знаете, у нас любят курагу и урюк. Орехи. Ну, сколько урбеча, сколько урбеча. Даже можно, знаете, вот попробовать в такой маленькой вот для пробы взять разные там тыква, кешью, вот написано миндаль. Папахи на любой вкус, на любой цвет. Интересно, почему они стоят? Такие вот магнитики есть. Чисто дагестанская тематика. Это вот классный магнит. Хотел бы. А это что такое? Это список, Махачкала. Такие кувшины есть. Ты это взяла? Нашла я свои чаи. Взяла 4 вида. Я говорю, здесь намного дешевле, чем в магазинах. На 150 рублей берешь. 4 вида взяла, потом попробую. В основном взяла зеленые.